До 104 человек, почти вдвое по сравнению с пятницей, выросло число погибших в результате двух мощных взрывов в Тяньцзине на северо-востоке Китая. При этом спустя почти трое суток найден еще один выживший. Он прятался в контейнере всего в 40 метрах от эпицентра техногенной катастрофы, которую было видно из космоса. В Тяньцзине все еще работают пожарные, туда стянуты и войска химзащиты. Непонятно, до какой степени местность загрязнена цианидом натрия. Смертельно опасное вещество разбросало со склада взрывной волной. На фоне слухов, что поменяется ветер и ядовитое облако понесет в сторону Пекина, до которого всего 140 километров, китайские власти начали блокировать страницы в соцсетях.